В эту субботу в Абакане состоится большая сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гостей города ждут на республиканском ипподроме. Традиционно на ярмарке можно будет купить мясные продукты и полуфабрикаты, рыбу и рыбные деликатесы, хлебобулочные изделия и молочную продукцию. Все напрямую от производителей фермерских хозяйств и сельхозпредприятий Хакасии и юга Красноярского края. Начало 24 декабря в 10 часов.